Не будешь падать? А лучше ты, а то я что-то к нему пристает. Что он рядом стоит, скажи. Можешь за него держаться. Ваня. Это что вообще? Ты чего ухо? Да. Ваня. Ваня? Да, он слышит. Ухо. Что куда они на стол? Да что они делают? Ваше все равно. Наверное, все синим пламенем. Ваня, Ваня. Сына прессует, а тебе все равно. Тихо. Нормально, нормально. Как я вовремя? Нормально, паштет он тут. У него все схвачено. Это его, он группируется. Понятно. Сядь. Да, Ваня, пока так не оставишь. Не оставишь, да. Гирляндами в снежной муке, город с наряженной елкой в руке. Год пролетел, и время все мчится по кругу. Побалуйся со светом. Вместе под песни и крики тостов всех национальностей и возрастов. Как хорошо, что мы все есть друг у друга. Тянется, посмотри. Он хочет с тобой поиграть. Не дергается. Ну, он с тобой здоровается. Чего ты молчишь? Сейчас Ванечка как скажет, мало не покажется никому. Такие глаза удивленные. Скажи, я тоже теперь так умею, да? Вдор. Ты как бы тебя схватить-то, господи, ты такой маленький. К бабушке едет Ваня. Ваня ест петуха. А ест? Бабушке курочка нажарена, Ванюша. Ого! Не грязи за эту тряпку. Кто такой хороший? Ванюша? Ты, конечно. Конечно. Да. Привет! Кто пришел в бор? Вон там наши лыжники. Пойдем к лыжникам? Пойдем. Гуляйте, красавцы. А мы будем гулять, они будут кататься, да, Ванюша? А ну, папарацци. Ваня, папарацци? Ваня, папарацци. Давай на их фоне. А? Тебя? Ваня. Вон они там. Я уже сделал. Да? Давай от палок отойдем подальше. Да. А мы будем спать, да? Пускай они катаются, а мы будем с тобой спать. Возьми сосочку. Возьми сосочку. А то слюни текут. Ручьем. Да. Ой, какая красота. Давай всем покажем, какая красота. А вот вы любите гулять зимой? Для меня очень тяжко вот собираться. Одеть ребенка, одеться самой, чтобы никто не успел взмокнуть, выйти. Вот это самое тяжелое. Летом в этом плане, конечно, вообще просто красота. Да? А тут одеть кофту, штаны, комбинезон, второй комбинезон. Да? В рюкзак упаковаться. Да? Красота. Конечно, в таких условиях, как вот мы гуляем сейчас, в городе не погуляешь. Да. В городе приходится гулять, где машины, да? Ну или в парке. У нас
у дома есть парк, и в парке, конечно, немножко получше. Правда, там нету деревьев, но они есть, посажены, но очень маленькие. И что такое? Что такое? Давайте я покажу. Вон ты. Как же уже хочется. Понятное дело, что не надо торопить время, но как будет классно, когда можно будет гулять с ватрушкой, с санками. Да, Ванюшка, когда тебе уже будет интересней. А то сейчас ты не понимаешь, чего тебя мать вытащила вообще. Да? Носит что-то в рюкзаке туда-сюда и носит. Ну все, мы пошли гулять. Да, встречать наших лыжников. Ванюша, кто это? Ква-ква-ква. Кто это, курица? Скажи, это ква-ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Скажи, живите, живите. Летом я приду. О, маленькая Снегурочка. Тебя там видно? Да? Ну все, давай, катайся. Мы пошли. Мы пошли гулять, да? Всем еще раз доброе утро. Все, мы пришли опять в двор, и у нас второй день прогулки. А у них катание. Да? Снегу навалило просто, видимо, не видимо. Вот, вот так вот, вот. Видно там, как снег падает? Вообще такая красота. Да? Прям как из сказки Морозко. Ой, класс. Ух! Ой, кого снегом засыпало? Кого тут снегом засыпало? Я нашла медведя в берлоге. Тут такие снежные комья падают. Кошмар. Да? Еле одеяло удерживаю, чтобы на ребенка не упало. Моя. Ну все, наши выходные закончились, и мы едем домой. Всех целуем. Да? Всем пока!